Успеть добраться до места назначения вовремя – настоящая проблема для тверских сотрудников МЧС и скорой помощи. Несмотря на то, что машины с включенными проблесковыми маячками и специальным сигналом имеют все права на свободную дорогу, то есть могут в случае необходимости двигаться по встречной полосе и на красный свет, беспрепятственно проехать получается далеко не всегда. Причина – невнимательность или порой даже наглость автомобилистов, не желающих пропускать спецмашины. Что самое интересное, оправдание себе нарушители находят всегда. Я был сразу на перекрестке, безвыходное положение, а он только дал сигнал. Я тут ничего не мог сделать, как только быстро проехать. Игнорируя мигалки и звуковые сигналы движущихся спецмашин, оставить без внимания административную ответственность нерадивым водителям все же не удастся. За подобные нарушения законодательством предусмотрено серьезное наказание. За непредоставление преимущества специальному транспортному средству, движущемуся с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом, предусмотрен административным законодательством штраф 2500 рублей, либо лишение права управления от месяца до 3 месяцев. Однако цена опозданий работников пожарных служб и скорой помощи намного выше. А иногда оказавшиеся в чрезвычайной ситуации люди могут и вовсе не дождаться помощи, так как с участием спецмашин по вине уступающих им дорогу владельцев автотранспорта происходит огромное количество ДТП. Обращаюсь к водителям, владельцам автотранспорта, быть внимательными на дорогах и пропускать спецтранспорт с включенными проблесковыми маячками, с включенным звуковым сигналом, потому что эта помощь может идти как к вам, так и к вашей семье. Анастасия Николаева, Максим Андреев, РЕН-ТВ «Пилот».